всегда строят мосты, всегда строят взаимоотношения в правильном отношении со всеми партнерами. А наши партнеры, мы их все традиционно знаем, это Россия, это Украина, это Румыния, это Евросоюз, это Соединенные Штаты Америки и остальные страны мира, конечно же. Ну, они, да, они находятся дальше. Некоторыми мы имеем исторически сложные отношения, с другими строим заново отношения. И все это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что сильный руководитель – это руководитель, который строит взаимоотношения со всем миром. Понимаете? Мы не можем выжить сами по себе. 1,5 миллиона, или 2 миллиона, или 3 миллиона жителей. Беднейшая страна в Европе, в котором одна только исключительно коррупция. Вы должны строить более того. Вы знаете, вот когда я изучаю уже Молдову и молдавскую политическую систему, я больше чем уверен, что все политики и все политические партии должны быть зациклены прямо на строительстве парламентаризма. Парламентаризма. Потому что парламентаризм – это единственная форма сохранения демократии, демократических институтов Республики Молдова. Мы говорим про 101 депутат. Мы говорим про 3, 4, 5 партий политических, которые приходят. И когда мы говорим про парламентаризм, конечно же, мы не можем говорить про узурпацию власти. Мы не можем говорить про строительство каких-то авторитарных режимов, тоталитарных режимов. Конечно же, мы говорим про консенсус. Конечно же, мы говорим про разговоры, про истинные разговоры политического характера, открытого характера. Я не воспринимаю серьезно, когда говорят, что мы встречались где-то непонятно, и в течение 30 лет мы это видим, что политики встречаются где-то в каких-то скрытых помещениях и говорят про будущие страны. Когда ты говоришь про будущие страны, ты можешь говорить, там, не знаю, посреди улицы. И пусть люди все встречаются, и пусть люди слушают твою позицию, четкую позицию. Но я и в этом ничего плохого и не увидела, господин Боля, абсолютно. В том, что встречаются политики из разных партий, что-то обсуждают. Мы постоянно встречаемся, говорим со всеми, открыто на парламентской платформе. Это все всегда открыто. Мы приглашаем всех политических игроков для разговоров, для того, чтобы вести разговоры в интересах государства, правительства Республики Молдова.